Привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас разбор полетов. Все волны обновлений, что же нас ждет на эту майскую акцию. Как всегда, давайте потихонечку будем разбирать. Сразу говорю, ребята, новых модулей в игре нету. Или, по крайней мере, их очень хорошо прячут. Потому что в модуле добавился только один питомец Blender. И, соответственно, его этот пивной соус. Все, больше ничего, короче, нету. Это очень странно, потому что в прошлом году модульную печь добавили, я ее уже видел, а в этом году ее нету, соответственно. Ну, просто интересно, если честно. Если что-то новое добавить, то это будет как раз во вторую волну. Ну, давайте, недолго отлагая, быстро пойдем по всем волнам. 9 число, ребята. Соответственно, вводятся подарочки. Здесь у нас модульная печь. Это прошлогодние, ребята, прошлогодние подарки. То есть я тут смотрю по времени, все прекрасно совпадает. И приходится у нас, получается, наши модули, ребят. И не забываем ксено-чипы. То есть, ну, супермодули, которые мы обязательно тратим. И тратим обязательно на расход. То есть я на них покупаю чисто волны. Все остальное я на них не беру. Эти штуки, ну падают они и падают. Ну и ладно. типа такого. Вместо модульной печи, ребят, может быть чипователь, может быть крионизатор, может быть нано-ева. То есть, ну, так что тут будем гадать. Пока я вообще прям пальцы держу за именно модульную печь. Ее очень... Ну, ее не было нигде. Даже не было в биржевом крисе. Думаю, здесь она должна появиться. Следующая волна подарков, ребята, у нас 16 число. И дает она нам пояс героя. Если нам действительно его оставляют, то есть, как и положено, клеточка в зимнюю акцию, а пояс в летнюю акцию, то все нормально и прекрасно. Поиску добавят еще два уровня, то есть, допустим, 19-20 уровень добавляют ему, или 22, ну, не знаю, там посмотрим. Есть вероятность, что его и оставят таким, какой он сейчас есть, но добавят какой-нибудь дополнительный баф. Очень жду, хотя есть бы вероятность, что новый поясочек появится, но, к сожалению, ребят, его просто нету. Так что будем ждать пояс с новым апгрейдом. Следующая акция, ребят, на 26 число. Так как вы видите, что здесь энергетический преобразователь. А энергетический преобразователь у нас сейчас где? В рулеточке. Поэтому здесь он быть не может. От этого вывод, ребята, что здесь появится у нас новая интересная какая-то фича. Ну, типа такого. Вот как раз я и говорю, что здесь, скорее всего, надо и будет ждать чипователь. Так как у нас говорили, что машин, ребята, нету. Поэтому здесь, скорее всего, будем ждать мы Катюшу. Но тут еще интересно, конечно, броневик, потому что у нас попался в биржевом кризисе. Мы его сейчас пытаемся вытащить. А вот Катюша, ну, она как бы стабильна, ребят, на 9 мая у нас была. Мы ее всегда проапгрейживали. Может, ей уровни добавят. Ну, то есть, он, чем черт говорит, не шутит. Но, возможно, ребят, появится мустанг. То есть здесь. Это такая своеобразная как бы хотелка, но, возможно, мустанга не будет. Не забываем, ребята, на каждую волну подарков вам дается, соответственно, 5 больших, 10 средних и 20 или 25 мелких подарков за вексели. То есть так, что на векселях все выкупаем, а здесь уже решите сами, тратится вам на акцию или не тратится. Ребята, итак, третья волна акции у нас 2 июня. Здесь у нас... Кольцо Всевластия. Соответственно, все остальные подарки, как и положено, и Кольцо Всевластия. В общем, все правильно. Ну и здесь я останавливаться не буду. Это стандартная, это как бы переходная акция, ребята. И последняя акция на 9 число, ребят. 9 именно число. Здесь вводится последний у нас модуль. То есть здесь у нас стоит сейчас крионизатор. Но, возможно, будет гроза районов. Ну, тут надо будет посмотреть. Хотя один раз, получается, на летнюю акцию здесь была нано-ева. Это я точно помню, я его выкачивал. Где-то у меня видосы еще 2017 года остались. Но я здесь жду вот прям крионизатор. Гроза районов мне вообще вот прям нисколько не интересно. Но, ребят, все по списочку у вас видно, когда у вас какие волны будут. Разбирать я полностью все их не буду. Выбирайте, на какую волну вы больше всего будете тратиться. Соответственно, за векселя, ребят, я буду выбивать все, что можно. Но вот за звезды, возможно, буду качать поясочек. Потому что поясочек у меня мелкий, он у меня плюс 14. Может, еще один у меня и выпадет.
Но если введут какой-то новый модуль, обязательно его буду выкачивать. То есть, типа такого. Хотя, еще тут, кстати, не забывайте, есть вот такая вот вещь. Возможно, будет еще биосфера, так что ее можно будет подождать. Ну ладно, ребят, всем спасибо, всем, кто смотрел. Ждем волны, не забиваем, ребята, 2 числа. Ну, то есть, будет хорошая волна, имею в виду переходная. На нее в основном и тратимся. В общем, покачаем все кольцо всевластия. Ладно, всем, ребят, спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, пишите, если у вас какие-то есть интересные замечания или предположения, или, возможно, слив информации. Хочу знать, имею в виду, что вообще вы ждете от этих волн. Ну, то есть, и давайте еще раз повторим. Ну, у вас, конечно, надписи есть, но для себя, ребята, 9, 16, 26, ребята, 2 июня и 9 июня. Соответственно, все подарки будут до 15 июня, надо будет их все открыть. Ну, ладно, всем счастливо, жду ваших комментариев по поводу этой акции. Learn to code.